Видео исключительно для ознакомления, какие-либо противоправные действия не допускаются. Всем привет, дорогие друзья! Решил сделать такое видео, как с помощью вот такого ключа открыть домофон только телефоном, уже не ключом. Полазил по Ютубу, поискал там видюшки подобные, но почему-то не нашел ничего интересного, решил запилить такое самостоятельно. Полазил по маркету, по ФПДА. Вот, особо приложений интересных там нет. Ну вот нашел такое одно приложение, карта эмулятор Pro. На FPDA это взломанное приложение уже бесплатно лежит. Нам его оттуда нужно зайти и скачать. Вот я его уже установил, скачал, даже две карточки сделал. Вот. Ну, вам сейчас поэтапно расскажу, как это все сделать. Так, переходим на сайт FPDA. Можно так и набрать карта эмулятор Pro FPDA, и тут же в поисковике, к сожалению, интернет не подключил, в поисковике мы выходим на нужную ссылку. Здесь на форуме нам нужно перейти в последний раздел форума и скачать самую последнюю версию приложения, потому как в предыдущих версиях есть ошибки. В этой ошибке, я так понял, исправили. При установке на вас будет ругаться загрузчик Google Play. Вы его проигнорируете, согласитесь с тем, что осознаете опасность, и установите приложение. После того, как мы установили, заходим в программу, активируем NFC, если он у нас был не активирован, и готовим нашу карточку, которую мы будем распознавать. Карточку MiFire. Вот он конкретно, у меня ключ от домофона. Прикладываем ключ к спинке телефона для того, чтобы телефон считал. Вот получилось у нас ID, и далее мы прописываем имя карты, жмем ОК. Я это делать не буду, потому как уже делала карту, у меня добавлена. Вы, соответственно, нажимаете имя, жмете ОК. Вот он у нас домофон и замок. Замок позже расскажу. Здесь можно внизу вверху посмотреть. Если нажать, можно сделать такие вот маленькие карточки, они гораздо удобнее. После того, как вы добавили карту, ее можно активировать, нажав на зеленую галочку. Но, скорее всего, при установке у вас возникнет ошибка, и активировать ее сразу не сможете. Для этого нужно будет ряд манипуляций провести. Вот три полосочки, менюшка, зайти на них. И, соответственно, второй снизу раздел Magisk модуль. Создать Magisk модуль. Нажимаете на него. У вас создается Magisk модуль. Ну, в каком-то корневом, конкретно здесь у нас в корневом разделе телефона. Вот домофон ZIP. Соответственно, я его уже создал. И теперь нам понадобится Magisk. Кстати, не сказал, что обязательно нужны root-права на телефоне. Без root-прав работать не будет. Заходим в модули в Magisk уже. Установка из хранилища. Находим наш файлик, который мы создали, вот он, домофон.zip, и, соответственно, проходим установку. Далее перезагружаем телефон, и у нас эта ошибка должна пропасть. Соответственно, после этого будут такие зеленые галочки загораться, и можно будет карту эмулировать. Далее переходим в меню телефона, это OnePlus 8T. Вот если зажать кнопку включения, здесь вот такая вот менюшка вылезет. Карта эмулятор Pro, и можно виджет добавить в ваши карты, чтобы не лазить каждый раз, не включать, а пользоваться на ходу. Когда подходите к домофону, уже включить, и эмуляция пойдет. Соответственно, после того, как вы эмуляцию задали, можно будет подходить и домофон с этого ключа открывать. Мы подошли непосредственно к домофону. Давайте я сначала активирую замок. Это не та метка, которая нам нужна, и домофон нам пишет «отказано». Далее я включаю домофон, он активируется, и здесь домофон нам уже пишет «входите». Открываем дверь. Кстати, на некоторых замках эта функция с телефона не работает. Вот давайте проверим. Это китайский замок NFC. Ну, который MiFire карточками открывается. Сейчас у нас открыт. Закроем его.
Вот она, эта карточка, которую я вчера загонял сюда. Называется на замок. Давайте еще раз я ее сюда занесу. Театр Про, вот она у нас появилась, 63. Я ее отмен нажму. Вот она. Она у меня уже была. Давайте я ее нажму. Эмуляция. Включим. Выполняется эмуляция. И реакции никакой. Не знаю, с чем это связано, но этот замок не видит телефон. Ни в какую. Может быть, так. То же самое. Абсолютно никакой реакции. Карточку он начинает видеть на расстоянии где-то сантиметров 5. Вот видно, как телефон при этом не видит вообще. Поэтому с некоторыми замками, это он не на телефон среагировал, это он, наверное, сам по себе. Потому что на телефон реакции вообще никакой нет. Соответственно, с некоторыми замками могут возникнуть вот такие вот проблемы.